смотрите, уже у меня поспел инжирик. Кто-то его уже съел, наверное, утки. Он уже сгнил. Тут спеет, в общем, снизу вверх. Этот я оборвала, вкусненький, сладкий такой. В общем, такие инжирики, но только-только начинает. Он будет синий. Это синий инжир. Вот, первый раз он такой в этом году, гляньте, тут много. А гуси его, наверное, общипают, они не дадут мне его нарвать. Ну-ка попробую, что это за... Ой, вкусный, но он уже испорченный. Его, наверное, отклевали. А другой, который зеленый, сейчас покажу. Вот, это зеленый. Там листики, видите, такие были совсем другие. Ну, тут ничего нету. Ну, очень холодно было, он еле отошел вообще, он примерз. Инжир, он вообще теплолюбивый, примерзает сильно. Вот, так что это мне дали маленькую такую веточку с корешочком. А тут я покупала на базаре за 200 гривен.